Магазин VIPTIME.RU представляет мужские наручные часы Casio JBD B800. Данная модель оснащена шагомером, а также встроенным модулем Bluetooth для синхронизации с вашим смартфоном. Для того, чтобы соединить часы с телефоном, нужно скачать приложение Casio G-Shock. Потом находим нужную нам модель в списке подключений. Так, сразу же высвечивается инструкция, что нужно нажать кнопку старт и подержать 2 секунды. Так. Обнаружены новые часы. Так, да, зарегистрировать в программе. Сейчас произойдет синхронизация времени. То есть сейчас 7:55, а у нас время 15:56. Да, все время автоматически встало актуальное. Так, что же позволяет делать это приложение? Вы можете проверять количество шагов, потраченные калории, а также отслеживать интенсивность движений. Вы можете просматривать свои действия путем обзора месячного календаря, ежедневного, недельного, месячного графика или записи перемещений по карте. Но, когда вы включаете запись перемещений по карте, используется GPS-модуль вашего телефона, ну и, соответственно, батарейка достаточно быстро садится. Поэтому без лишней необходимости не рекомендуем включать эту функцию. Так, интенсивность тренировок. Можно установить таймеры на часах с помощью приложения. Также можно секундомер. Так, ну есть данные для соцсетей. Нажмем пропустить. Это нужно выбрать единицы измерения. Ну, оставим как есть. Ок. Так, это ваши параметры. Высота, вес, рост, день рождения и пол. Отправляем настройку в часы. Так, вот у нас шагомер. Можно задать, как говорится, план по шагам в течение дня. Вот эта шкала будет заполняться. Так, гайд, можно посмотреть руководство с помощью приложения. Вот это у нас установка таймеров, секундомер, мировое время вы можете вывести его в нижнем окошке. Если вам удобно, вы можете второй часовой пояс выводить в основном окошке, то есть если в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Ну и установка будильников. Также все эти настройки можно делать без телефона. Например, кнопкой мод, вот мы зашли в режим секундомера. Это запись, таймер, мировое время, будильник. И обратно вернулись в режим времени. Также в часы встроена подсветка. Активируется нажатием этой кнопки. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.